Да, смотрите, ее зовут Антонина. Подружка со своей, Соли Молчан пришла. Помните, я рассказывал про ее стройность? Я так понимаю, усиленное мужское внимание слегка смутило ее. На выходе она не рассчитывала видеть столько глаз, в принципе. Потому что приехали там не так давно, дорогие друзья. Ты что-нибудь показывать на будешь или не хочешь? Не будешь? О чем выходила тогда? Знаете что? Я понимаю, что солнышко выглядело, в Сочи тут позагорает. Но у нас вот зрители в зале, уважайте их, пожалуйста. Если Ольга... Оля Викторовича поподобнее, тогда я уйду. Понятно, Тоша, Антонина. Нормально все, что-нибудь покажем нам? А как мужики, держите, сейчас раскроюсь по полной. Сейчас будет. Но прежде чем раскрыться по полной, как говорится, дорогие друзья, надо привести свои мысли в соответствующий тон. А поэтому для начала легкая разминка. Кстати, есть мое любимое упражнение на самую главную группу мышц женского тела. Какая самая главная группа мышц женщин? Какая попа? Живот. Живот, девчонки, смотрите, как надо держать себя в форме. Меня похоже. Три месяца занятий. Фигура как у Антонины. Вам гарантирует. На этом наша разминка завершена. И мы можем, я надеюсь, я так кидаю очень большой надежды, начинать наше, ну, по большей части, дорогие друзья, спортивное выступление. Потому что с такой фигурой, ну, как, ну, грех не заниматься спортом, да? Это спорт. Готовы? Любой спортивный занятие начинается со свистка, это классика. И, естественно, мяч. Ну, что мы любим больше всего? Все мы любим играть с мячом. Причем такая народная игра, футбол, друзья мои. Видите, как это? Игра головой на уровне. А будет так любезно нам, то... Да, второй тайм начинается. И вот здесь они, я так понимаю, будут отрабатывать технику пробития пенальти, дорогие друзья. Итак, внимание, наша замечательная нападающая стоит на один сыгрывателей. Ольга, это вратарь. И Антонина в стиле сборной команды России, так не спеша, по-моему, пытается все-таки пробить вратаря, но пробивает, как обычно, на трибуны. Да, но сборная России, хотя техника владения мячом на высоте. Собственно, дриблинг, смотрите такой, а? У нас возникает вопрос, как же там держится мяч. Ну, вот это загадка. На этот вопрос можно ответить, я не ученый физик. Ну что, с футбольным мячом позанимались, стало жарко. Ну, солнце выглянуло, да, стало жарко, надо освежиться. Я бы вам рекомендовал лучше в России, там будет свежее. Хочет пить, ладно, только быть. Эйма, ты хочешь попить или поблевать? В чем дело, спрашивают? Нет, вот так говорит, почему вода соленая? Ну я не знаю, но я не знаю, кто готовил. Ревизит, это дельфины с тренерами пошутили наверняка. Ну ладно, все равно как-нибудь голосом это промочило и продолжает. Вот еще один девичий снаряд. Обруч! Обруч! Это такое универсальное средство для поддержания стройности фигуры. Смотрите, девчонки. Но там было на грани фантазии. Вторую попыточку мы даем обязательно. Опа, все, видите, мы уже дали. Это дали, я вам не подумал. Там мы уже дали. На ура. Вот если вы... Ольга, аккуратнее, пожалуйста, приберитесь.
вот так. Собачим все, спасибо, девчоночки, меняем, что-нибудь заменяем спортивный снаряд, меняем все вести бомбы. Вы, конечно, поменяли спортивный снаряд. Ой, топ-5. Иначе, конечно, яркий, но... А вот оно, черт, друзья мои. Вот такая балансировка гораздо сложнее, нежели с футбольным, потому что мяч больше, вы меньше сдуть. То есть вот сложнее техника балансировки. Это молодцы, красиво и уверенно, но все-таки давайте как-то кардинально мы уйдем от мячей. Помню, даже от обуча уйдем. Оль, что-нибудь еще там, будьте так любезны. Что-нибудь еще из спортивной тематики. Что вы хотите? Прыжки? Оля, аккуратно. Прыжки в... я не понял. В высоту. Ха, девочки, вы что? Пожалите решили, что ли? Какая? Ну какая высота, Оля? Ну что, Антонина? Не такая, а какая? Ниже, выше? Выше? Вы что, вы не понял? Ну не издевайтесь. Вот так! Ты что знать? Не надо! Я было собирался назвать его лучшей российской легкоатлеткой. А такое ощущение, что она член сборной команды Израиля после этого. Вот, знаете ли, по прыжкам хитрость. Давайте так, что-нибудь посерьезнее. Вот, посерьезнее, да. Что? Мяч такой из тренажерного зала, да, из акробатического зала. Привет участникам спортивной команды России по художественной гимнастике. Ура, товарищи! Если заняты руки фотоаппаратом, аплодируйте ногами. Оля, все, я своим волевым решением кардинально останавливаю вашу физкультуру. Давайте займемся интеллектуальным воспитанием вашей драмы. Сходим, не знаю, на урок не физкультуры, на урок математики. Математики. Порешаем примерчики. Что-нибудь попроще только. Ребят, давайте только с вашей помощью, чтобы это все было по-настоящему. Что-нибудь на сложение. Предложите Антонине. Знаете, такое легкое, чтобы... Ну, сумма не больше 10 была, а то она там дальше путается еще. Вот что-нибудь попроще будет. Давай, что-нибудь попроще, это 10 сумма. Давай, 2 плюс что-нибудь, давай. 2 плюс 2. Классика. Сколько? 2 плюс 2. Ты, будь любезна, головой подумай своей. Так, собрались. 2 плюс 2. Ну что, зададим еще пару примерчиков, а? Молодежь, давай, что? Говори. 3 плюс 3. Шесть целых 1/10 получилось. Ну и давайте ваша вот на наши сектора ВГ. Ребята, что? Сумма не больше 10. 8 плюс 8. Ну, не кухня, ага, давай. 4 плюс 4. Вот так, пойдет. 4 плюс 4. Я так понимаю, что вот надо как следует читать. Внимание. Пусть почешет. Она когда чешет, у нее лучше бы получается. У нее, наверное, надо... Перед употреблением встряхнуть. Итак, внимание. Вот, все. Ну, четверочка. Две ошибки, это четверочка. Это четверочка. Физкультура главных просьб была большая перемена. Поехали. Ученическая производственная
гимнастика у нас получилась. Ну хорошо. Отдохнули на ваши пельмени. Еще один урок.